Порецком районе обнаружен вирус африканской чумы свиней. И сегодня правительственная комиссия собралась на экстренное совещание. Спешим успокоить. Принятие чрезвычайных мер ситуация не требует. В лесу в Порецком районе нашли трупы двух кабанов. По результатам исследований у них выявлен вирус африканской чумы свиней. Но члены комиссии уверяют, пугаться не стоит. Животных обнаружили на расстоянии 7 километров от деревень. А значит, что и первая, и вторая угрожаемые зоны не доходят до населенных пунктов. Никакого изъятия у населения, как раньше, мы изымали свиней, свинопоголовье уничтожали. Такого происходить пока не будет. Но в то же время нужно понимать, если появилась, это все-таки дикая фауна, если появились инфицированные животные в Порецком районе, что вполне возможно, в ближайших районах, в ближайших кварталах, лесных участках вполне возможно, тоже есть, что есть инфицированные животные. Поэтому все меры, все памятки населению повторно будут розданы, будут проведены сходы граждан, где будут объясняться четко, что можно, что нельзя. По данному случаю сейчас также будут проводиться мероприятия не только в этом квартале, но и близлежащих. Это запрет спортивно-любительской охоты. Только будут проводиться мероприятия по регулированию численности, по уменьшению численности дикого кабана, доведение его поголовья 0,25 на 1000 гектаров. Вот что нужно делать для того, чтобы она дальше не распространялась, это гражданам нашим личных подворий, они должны закупать только в тех хозяйствах, из благополучных хозяйств должны закупать свинопоголовье, должны содержать их безвыгульно. Охот пользователям, вот то, что у нас есть на территории республики, они должны соблюдать свои это ветеринарно-санитарные требования при добыче кабана, соблюдать как его утилизацию отходов после отстрела. После отстрела они, чтобы каждую тушу должны исследовать на трихинеллез, это обязательно, и исследовать на мониторинговые исследования на АЧС, чтобы исключить. Вот только после этого они должны использовать эту, как его, мясо в пищу и перевозить. Члены комиссии обещают, будут предприняты все меры для того, чтобы загасить инфицированный очаг.